около штрафной площади. Отлично вырезает передачу. Все это смотрелось очень эстетски. Правда, до адресата не дошло. Еще один удар. Клаудиньо и гол! Какая бомба влетает в ворота Оренбурга. Получается, что второй тур подряд занято очень красивые мячи забивает. И Краснодары какие были у Кассиры, у Артура, и вот сегодня Клаудиньо. И еще один дальний удар. И в штангу переводит мяч Киржаков после удара Воробьева, если я не ошибаюсь. Начал второй тайм, нежели провел весь первый. Хороший перевод на Воробьева. Он отлично ловит мяч. Нино пока не сближается. Что делает Воробьев? Прикладывает на правую. Еще раз Киржаков спасает. Ну что, великолепное начало от Оренбурга. Длинную пока не отдашь. Тут надо разбежаться. Флорентин придерживает мяч. Вот наконец-таки заброс. И хороший пас какой на Томпсон. Томпсон сделал на Воробьева. И какой подкат от Алипа. 6 мячей на нижнем сезоне. Да. И сколько свободы дают. Была ли рука? Не было руки у Прохина. После просмотра нарушение не обнаружено. Продолжаем угловой удар.